Ну тогда Зинка и ваши аплодисменты можно погромче. Я с удовольствием хочу для вас, ну и, конечно же, сюрпризом для Владимира Ильича Артемьева пригласить на эту сцену очаровательную девушку. Ну и, конечно, я не могу не сказать ее вокале. Да что там в вокале? Конечно, она прекрасно поет, но и пришла поздравить Владимира Ильича Артемьева. Сабина Сафарли, солистка кавер-бенда «Фарфор», сегодня присутствует на празднике. Сабиночка, тебе пару слов. Спасибо огромное, Юр. Добрый вечер всем. Спасибо огромное, спасибо за то, что пришли. Хочется поздравить Владимира Евгеньевича со сцены, пожелать ему долгих лет. И поверьте, вот самое интересное происходит вот там, за кулисами. Мы постараемся исполнить наш новый трек, нашу новую совместную композицию. За кулисами, если вы там подписаны на кого-то из тех, кто выступает на сцене на Инстаграм, знаете, что появилась такая возможность прямой трансляции, может, там кто-то как раз транслирует. Ну, я со сцены не уйду, потому что как раз к сегодняшнему празднику мы с Сабиной подготовили композицию, которую хотели бы подарить Владимиру Евгеньевичу, ну и презентовать вам. Надеюсь, она вам понравится и будет по душе. Мы с тобой готовы. Давай, не пугай, не пирай, к черту. Полетели, попробуем. Хотел сказать, знаете, что вот всегда, когда хорошо, у нас было
студии, мы собирались одной большой компанией, и очень много традиций было, и одна из самых классных традиций, когда все отлично, и ты уходишь нас со сцены, кто-то выходит, мы все время даем пятерочку. Надеюсь, что вот такая добрая традиция с этим треком также будет у вас связана. Еще одна композиция от нас. Поддержим погромче! Вот так лучше! С вашего позволения, заберу свой микрофон. Певица Вита, встречайте. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно здесь стоять на этой сцене. И хотелось бы, конечно, поздравить Владимира Евгеньевича и сказать ему большое, огромное спасибо за то, что он учил всех своих воспитанников быть бойцами. За его поддержку и веру. Что ж, поехали. Стараюсь, знаю, ангел мне поможет. Разрываюсь нежным небом и...
Так что я надеюсь на вашу поддержку и Спасибо. Друзья, но есть те люди, которые очень и очень сильно хотели сегодня поздравить Владимира Евгеньевича, но в силу географических обстоятельств они, к сожалению, огромному, и они об этом, поверьте, жалеют больше, чем мы, не доехали сегодня к нам. У нас таких, конечно, минимальное количество, потому что сегодня практически явка, знаешь, какая явка в классе? 98%. Но есть те 2%, которые действительно по объективным причинам, поверьте, не могли быть. У нас есть зато видео поздравления от наших хороших воспитанников. Дамы и господа, привет из Южной Пальмиры. Внимание на экран. Всегда вам остаемся благодарными за то, что вы с нами когда-то возились, занимались. Всегда будем вашими учениками. Дорогой Евгеньевич, от всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Желаем крепкого-крепкого здоровья. Мы всегда с вами. Владимир Козырец, город Одесса. И Сергей Афанасьев, кстати, заслуженный артист Украины Владимир Козырец, передал такой огромный привет. И как мне только что на ушко, мы же говорили, что за кулисами происходит все самое веселое. Только что именинник мне шепнул на ушко, 10 лет они играли, это был в свое время один из самых крутых бендов. И там действительно были собраны сливки музыкального общества. У Яна Табачника играли эти музыканты около 10 лет, с которым, кстати, дружил и играл наш также Владимир Ильич Артемьев. Поаплодируем. И зачем ты показал, что он только что был в той кулисе? Дамы и господа, это абсолютная правда. Ну а мы продолжаем наш концерт. И уже, как вы успели заметить, на нашей сцене уже освоился следующий коллектив. Дорогие друзья, встречайте музыкальный подарок от Джин Монин Бэнд. Дмитрий, я так понимаю, твой любимый коллектив, потому что Джин по утрам, наверное, хорошо. Джин Монин Бэнд, Дмитрий Утром и Александр Кравчук, собственной персоной, поаплодируем погромче. Встречайте! The way I feel
друзья. Спасибо, дорогие друзья. Мы сегодня здесь собрались поздравить великого человека Владимира Евгеньевича Артемьева. Все вы знаете, что он очень позитивный и добрый человек, поэтому хотелось бы подарить вот эту музыкальную композицию. И, возможно, вы все вместе с нами, да, будете подпевать. This ass called me shit, but his advice called this good, but them good girls and poor girls should masterpiece. Stalin, Rollin, living it up in the city, get shot so much in the wrong, gotta kiss myself, I'm so pretty to her. Якобы присказка была, по-моему, запущенная когда-то в мир музыки коллективом The Beatles.
чтобы песня была узнаваемой, необходимо в конце спеть 17 припевов. Я думал, 17 мгновений. Хорошо, у нас, честно скажу, есть еще буквально один человек, который по объективным причинам не смог приехать. Но не смог добраться на погодные условия. Как вы говорили, явка 98%. Только что посмотрели, надеюсь, никто не завидовал тем, кто работает где-то на круизном лайнере. А у нас здесь минус 20. Сколько? Минус 20. В общем, есть у нас еще один прогульщик, но мы знаем, что именно он горячо любим как нашим именинникам, так и запорожской публике. Дамы и господа, внимание на экран. Дорогое Запорожье, всем большой привет. Кто не знает, меня зовут Александр Панайотов. Я певец, ваш земляк. И спешу поздравить своего любимого учителя, замечательного человека, профессионала с большой буквы, Владимира Евгеньевича Артемьева. С днем рождения. Владимир Евгеньевич, обращаюсь лично к вам. Для меня вы, конечно, большой пример для подражания, гуру музыкального мира и, знаете, свет в конце тоннеля для любого молодого начинающего исполнителя, певца. Тот свет, который вы мне подарили ровно 17 лет назад, когда я впервые зашел в вашу замечательную студию «Юность», которую я безумно люблю и помню, с таким трепетом отношусь к этому всему. Большое спасибо за тот посыл, который вы мне вложили, который подарили мне, подарили мне веру в себя. До сих пор вспоминаю эти дни, тот день, когда я зашел в студию, когда спел свои первые песни под вашим чутким руководством. Это дорого стоит. Это заложило тот фундамент, который до сих пор остается во мне, который дает мне силы выходить на сцену. Все помню, каждый день, каждое ваше слово, каждое наставление. И за что хочу сказать вам огромное-огромное спасибо. Вы мастер с большой буквы. Очень уважаю. Очень переживаю, что, к сожалению, со своим плотным гастрольным графиком я сейчас нахожусь как раз на концерте. У меня большой тур по России, дай бог, скоро приеду на родину. Вот очень переживаю, что я сейчас не с вами, потому что очень хотелось бы сказать вам это все лично, обнять вас по-отечески. Желаю вам крепкого здоровья, большой любви и счастья, таких же преданных учеников, и чтобы они вас никогда не расстраивали, не подводили. Мысленно всегда с вами, безумно, безмерно благодарен и люблю. Ваш Саша Панайотов. Ну а сейчас хочу слово передать Диме Иванову. Всем привет! И вот тут вот, Дима, конечно, не завидует тебе. Ты, я так понимаю, мечтал, что он тебе не слово передаст, а бабочку и пиджак. Спасибо, Юра, да, шутка твоя зашла, видимо, по смеху в зале. Я старался. Дамы и господа, ну а мы продолжаем. Спасибо, Саша Панайотов действительно по определенным причинам не смог сегодня приехать, но он действительно очень искренне скучает, и он скоро приедет. Ну а сейчас мы хотим представить еще один коллектив, в котором сразу двое воспитанников студии «Юности» Владимира Евгеньевича Артемьева. Это Валерий Левин, саксофонист, но я его помню еще и как и бас-гитариста. Ну и, конечно же, Андрей Бойко, который клавиши, на клавиши и поет. Ну а все вместе они называются «Кальян Сити». Встречаем аплодисментами. Друзья, ну и естественно мы хотели бы очень жестко поздравить нашего любимого, нашего родного, нашего всеми фибрами души очаровательного человека Владимира Евгеньевича Артемьева. Аплодисменты в этот момент. Это человек, который до сих пор что-то привносит в наше дело и позволяет нам дышать музыкой и любить это, и вам дарить какие-либо песни и какие-либо ощущения. Спасибо ему!